Да. Поэтому. 691. Gold Head. Ну, вот это мне больше нравится, чем план С. И D4, конечно, это... Это крайне маловероятно. Конечно, D4 буду нажимать, тем более с Gold Head на старте. Red Racer. Gold Head D4. Просто до свидания. Мне ваш Д4 не нужен. Пуська отписка. Опять нравилось. Чё не пуська? Просто поиграл, что-то понял. Типа 4 это говна. Когда у тебя Gold Head на старте, по крайней мере, точно. Итак, что-нибудь найдем. Две одинаковые две мобы. Дороговато. Дороговато. Даже, наверное, в Кирсову не пойду. Пока что. ШКП красного нету. Свободного в продаже. Вернее, бесплатном. Так, ветка, видимо, где-то тут. Нет. А, там еще, по-моему, Велруме может быть, да? Тут. Да идите нахуй с такими этажами. Хуй пойми, если первый этаж, хер найдешь секрет. Вот в длинной комнате два бутса сил. По центру. Мы этого уже не узнаем, потому что теперь уже одна бомба осталась. Ладно, пошли сходим все-таки. 3 хп останется нормально. 3 хп это норм. Более-менее нормально. Интересное предложение. Газ. Меня обманули. Это не был со стилом. Это Bad Gas. Это не Том. Ой. Угу. Ой-ой-ой. Это бан. Хорошо обманывать стримера. Вы можете стримера обмануть. Здорово. Ой,
Кажется, Даклоса уже слух испорчен гачемиксами. Как я вас понимаю. Чё там вина? Не моя. Тех, кто это говно скидывает вместо нормальных песен. Я ни в чем не виноват. Ага. Становится еще интереснее. Становится все интереснее. Ловим. How you doing? Find and use some bad runs. Nah, I'm doing fine too. Runs? Okay-ish. We had like 2 Plan C stars still today. That was fun. I fucking hate startless Plan C. So annoying. It was like 2 runs in a row with Plan C start as an active item. That was pretty cool. Nice options that I can get. Maybe I shouldn't get up right now and get a good familiar. Так, ну по крайней мере шанс на... На эра рума возрастает. Осталась 1/2 секретки, она где-то явно в сторону босса. Даже может ее можно будет найти более-менее легко. Это было бы неприятно, у меня, конечно, был бы телепорт обратно, но я бы не хотел его вызвать сейчас. Терник. Ага. Найс сделка. Значит, тюрьму еще поставить Найглов, да? Дела. Гадрум Рон? Hopefully not. It's no angels. Whatever. Let's go for teleport meme. Had like, I think it was yesterday, right, that I got angel wrong. It was 2 deals with hearts and 1 deal with 1 item after chaos, and it was bad garbage.
It's pretty disgusting. Лол. Nice house карта. Я ж все равно ее не донесу. Я ее не донесу все равно. Прям сильно мало вероят. Так, два не весело от слова, совсем не весело. Дэмэдж даун жуткий. Тут не вижу смысла хуйню брать. Тем более на дьяволах. Хотя, конечно, может быть на ангелах будут, а будет опасно. Типа потерять Sacred Stack 2, это же будет не очень приятно. В этом плане было бы прикольно найти сейчас Sacred Heart Stack 2. Где спиду? Бля. Так, отсюда мы идем, полетим в аэророму. Стикер с румы. Бали. Добрый Фига себе. Ничего себе. Интересная хуйня. Блять, Hive Mind. Я не буду гапин. Богато, очень богато, я бы сказал. Прям крайне богато. Тоже на будущее взяли. Типа это ж я могу покати Сакруму. И вообще. И вообще ни о чем не париться в этой жизни. Что там хп реально миллион просто свободно валяется. Я могу вообще не париться, даже до той руи могу не париться. Это будет full heal, full health. Окей. Окей. Но все же я пойду сначала на сделку на нормально, потому что я не хочу, наверное, все-таки ангельские сделки. Я, конечно, в прошлом ране они были хорошие, но это был прошлый ран. Это был виноват Иларио. А так, мне кажется, там не было бы сделок хороших. Да, и шанс на ангелов.
потому что спасибо Трампу за это. Трампус мудак. Очень забавно, что я бы хер бы нашел бы свет, наверное. Вероятно. Это прям сильно вероятно. Я бы ее бы не нашел без Андуса. Тут Андус это решал прям сильно, решал. Мисбус. Да, он вроде фулл хп дает. Плюс хп и фулл хп. Шел на хп. Да, успокойся ты, урод. По-моему, там бомба провалилась в его же дыр. Какие-то интересные механики. Поймав свою бомбу. Блять, огненной бомбы не надо. Пять часов, тибись. Hello, case. How are you doing today? Present time? No. I will go devil. If I will get devil deal. I hope I will get devil deal. I'm not a fan of angel deals. Fuck! Oh. What is this shit? Мне не дают, блять, залочить сделку. Все говно. Сука. Не бери эту хуйню пока. Godhead, ага. А? Он самый. Гоуд, мать его, хэт. О, господи, ладно, давайте. Резвиться, видимо, в сокруме. Два. Три. Четыре. Пять. Попы на говно. Шесть. Godhead был вообще какой-то мемный. Это был на самый долгий раунд в истории с Godhead у меня. Просто тупо ни одного тирейта. Так, стало чуточку веселее. Чуток веселее стало. Понял. Так, хп синее было на сделке. Это будет фулл хп. Там, по-моему, было 4 хп. Синий, черных. Что секретки? Что было в магазине? По-моему, я там до конца дорогу, там нихера не было хорошего. Там была карбетери, но карбетери мне особо нужна. Карбетери фигня. Я помню, помню. Нет, там, по-моему, два черных, два синих. Вроде. Что я на фул хп. А, успел. Опять врет. Булгаков, ты доврешься однажды. Ей-богу. Врать это плохо. Ну-ка. Бог, иди в жопу. Блайнд. Ну-ка. Что, волк тролли, да? Он уже здесь был, я с ним здоровался.
Он меня обманывает тоже. Тут будет, наверное, сложно пробраться в эрору. У меня бомб 0. Я не попадаю в эту руму, потому что на хп пиздец 6 надо, чтобы было 1 или 0 красных. То есть сюда его вообще никак не попаду без телепорта. Скорее всего, господи, excited. So excited. Excited. Пока. Не дай бог там гачи микс. Я ж все поинты не верну, я сразу говорю. Опять excited? Не, не excited. Не похоже на гач. Или похоже? А, мне очень похоже. Ментол? Ментол так ментол. Я не усмотрел, Мефич тоже вроде смотрел, думаешь, не полностью. Ну, кто хотел, тот посмотрел. Не, Дюк заказывалось 5. Мефич 15 шар заказывал. Ай. Да, и опять это бэбики. Так, это маленько удачу упростит. Нужно бомба. Еще бомб нет. Я will not take blind items. I think I'm past that point, and I'm taking blind items, like... with every opportunity I get. I will not risk it. Блядь, надо сливать столько ТП, чтобы попасть в эту руму. Но этого делать не буду. Там батарейка есть, я думаю, так будет в порядке. Бомб пиздец нужно, надо дать бомб. Балла нет, не могу. Там, отвечаясь, новая фича, но у меня ее нету. Короче, там можно делать ставки за поинты. И там реально можно делать всякие предикшены на какой-то исход. Очень, правда, легкий, типа там либо да, либо нет. Исход можно делать. В смысле? Типа, если угадаешь, это была бы неплохая идея, но нет. Я думаю, Twitch спецом этого не делает. Типа, сильно много власти для стримера. И, типа, Twitch'у надо, чтобы вы донатили, вернее, чтобы вы сапки там дарили, всякие там бицы дарили, стрим смотрели сутками, потому что это все Twitch'у выгодно. Twitch этого все имеет профит с ваших этих просмотров, с просмотра рекламы, там, сабов, бицов. А типа, если ты просто будешь дарить поинты людям с нихуя, Твичу это нахуй не надо, очевидно. Твичу это абсолютно не интересно. Зачем? Поэтому этого, скорее всего, не будет никогда, я думаю. Не, я понял, я так и думал. Если бы такое было, я бы так и делал. Типа, мне же абсолютно похуй. Почему нет? Я бы так и сделал. Но нет такой возможности. И, скорее всего, не появится, потому что, я говорю, это просто Твичу, но абсолютно неинтересно. Зачем им это делать?
Типа там может им сделать хуже просто. Чё там? А, понял. Окей. Где вторая секретка, интересно? Потом найдем, наверное. Почему бы хп надо забрать красное? Зеркады. Ангел. Ну чё, левая или правая? Left or right? Which one do we take? Left, left. Left, left. 4 left. Давайте еще. Еще ваши варианты. Left, I guess. Left. Skip. Скапуляр. Снова выиграл, что? Кого-то выиграл. А, скапулярка? Нет. Чё-то не выиграл. Успокойся. Бля, я хуй знаю, где это. Либо здесь, либо там два варианта, это плохо. Опять здесь повезло. Повезло. Он с хелсап, я уверен. По-любому будет хелсап. Ты же псина. Объясните мне позже, почему PayPal не принимает номер снился. Чего, блять? Там нужен снилс, там не ИРНН нужен. Снилс в PayPal. Чё-то не помню, чтоб я там вводил снилс. Вот там ИРНН точно требует, этот наверняка, потому что он везде нужен. А, либо снилс, либо ИРНН. Ну, лучше ИРНН надо вводить. Там надежнее. Или вы что, от налогов уклоняетесь? Хотя вот я вот там вел, но я ни разу ничего не платил, правда, за все эти годы. Потом придет мне этот, от налоговой. За 100 лет. У меня автомат нет. Я заплатил. Нет. Налог только на дом, в котором я не живу. Я его уплатил. Там рублей 200 было. Нет, больше. Ну, 400 рублей. Да, там, по-моему, до 1 декабря, по-моему, строки, да, по-моему. По налогам, по-моему. Окей, теперь буду фармить его.
Бля! Этого не стоило делать. Там же не может быть авибега. Господи, пиздец, у меня уже 7 контейнеров. Ааа! 7 гребаных контейнеров. Ну чё, пацаны, фармим до упора. Берем еще колсаба, да? Ладно, хули. Красный хп проще фармить. Проще восстанавливать. Открыли маги, полагаю, да? Ехался. Найс. Видно, зары? Там автомат рядом стоит, страж. Фак! Пор пес. Меня подставил. Я знал, что так произойдет. Привет, новатор. Охуенно, теперь, блядь, лост. Пиздец, блядь, сит опять веселый. Господи, что за травля? Годхед, годхед, просто раны конченые. Это, блядь, возможно. Так а хули толк, у меня нет айтемов вообще. Анкор. Какой смысл? У меня айтемов ноль. У меня один айтем, по-моему, сами было, да, и все. Все, что я нашел. Правда же? Да, у меня больше вообще никуда нет. Ни один скапуляр из того, что можно ролить. Более-менее адекватно. Ну что-то интересное. Блин, добег 4. В пизду. Да и батареек, по-моему, особо-то не было много. Не знаю. Я бы не стал рулить без кучи батареек на этаже. Мне кажется, лучше бы не было. Господи, наконец-то. Что-то, блядь, дали. Я не буду с бланкартой ничего делать все равно. Вот, с этим я что-то, может, буду делать. Вообще, монашку нам можно убрать. Не заряжается. О, плюс уши, найс. Чё? Как уши? Микрофон когда теперь будет? Уф.
Опять ангелы. Ха-ха-ха, сука. Ай, блядь. Иди нахуй. Я на тринкеты не задипал, у тебя жопа горит. Сука, 8 контейнеров красок, мне просто похуй. Просто похуй. Кучер, веришь, заказ на черный 5, типа цены меньше? Там же можно проверить легко цены. Типа, меньше они или нет. Там некоторые вещи реально дешевле, некоторые не особо. Типа, было бы желание, все это можно посмотреть по динамике цен. Это хорошо. Много всякой хуйни, я бы такой хуйню никогда не занимался, я никогда ничего не покупал на этих распродажах особо. Редко. Ну да, там Яндекс.Маркет, у них можно динамик цен стоит точно. Может там смотрел пару раз. Типа, кому надо, сейчас можно в этом разобраться. Ну и примерно все равно там цены, ну, понятно, что цена либо адекватна, либо нет, если ты не совсем первый раз вообще видишь интернет-магазин и товар, который ты хочешь брать, ты примерно поймешь, типа, это похоже на правду или нет. Ну, плюс-минус. Спусти отдаленно. Ага. Там сейчас $100 плюс, по-моему, да. Сейчас можно забить вообще на это понятие покупки за рубежом. Это просто бессмысленно стало. Почти полностью. Сам покупал много сейчас всяких ebay'ев, амазонов очень давно. Это все в прошлом. Так, господи, где еще не было? Еще непонятно. Какой я пса? Не, ну это очевидные вещи, господи. Ну, понятно, что так люди делают, естественно. И так понятно, что такое есть. Но ее будет везде, господи. Как будто, блядь, первый раз. Добро пожаловать в капитализм. Люди пытаются друга наебать везде. По поводу и без. И типа, ну это не только в наших магазинах такое есть. Это абсолютно везде. Поэтому если не хочешь в этом разбираться, тебя наебут в любом случае. Хочешь того, ты того или нет, тебя наебут все равно. Поэтому надо во все вникать, все эти цены. Если не хочешь быть наебанным. Так, типа, надежда, что тебя не наебут. Надежда очень слабая. Что тебя наебут в любом случае. Рано или поздно. Потому что это выгодно. Блин, я походу остаюсь без аэророма. Судя по всему. Я вообще не понимаю, где эти секретки. Бомбу возьми.
Где она? Я не знаю, где она. Или знаю. Я не знаю. Ты рад? Я тут взорвал уже, по-моему. Тут на не взорвал. Так все хуёво. Такой же хуёвый этаж. Мне бы хоть одну найти, на самом деле, секрет, уже было бы неплохо. Окей, нашел. Окей. Но... этого мало. Батареек вроде не было на этаже, была батарейка в магазине. Бля. Печальная история. Я бы хотел все-таки найти Эрорума-то. Раз уже начали ту возню. В Кёрсе был, тут был, тут везде был. Там челлендж у нас тоже, по-моему, был. Нашка, вот, кстати, наверное, да. Может быть, и стоило. Там есть шарплак, ну как бы. Ну, в принципе, есть шарплак, кстати. Чисто номинально. Есть тауэр-карта. Подожди-ка. Есть тауэр-карта. Я думаю, это где-то здесь. Кстати, мне почему-то кажется, что где-то здесь. Петли. Бери, я сейчас возьму, наверное. Ха! Не буду брать. Наебал. Наебано. Полетели. Бомбу куплю. Охуительная эрорума. Hermit Magician Tower Stars. Ясно. Ясно. Господи, лучший God Hat Run в моей жизни. Просто, блять, лучший. Сука, говна, а не ран. Все, Крампус Бейсмент 2. Ничего хуже, хуже в этой игре еще не придумали. 3 Excel подряд или какой-нибудь Крампус Бейсмент 2. Худшая хуйня. Где? Скапуляр. Видишь? Кейвс 2 блайнд. Скапуляр. Это все. Это все мои там со сделок. Я больше ничего не нашел. С Клодхедом. Нашел скапуляр. Это пиздец. О, господи, взрывай эту хуйню. Идем мега стена пиздить. Шутил. Куда мы не идем? Секретка. Оно не открывает босс-раш. Но открывает его только изнутри. Не снаружи. Анкор не тролль. Только мама Омега открывает бусраж изнутри. Не, снаружи наоборот. А вот изнутри, там да, там Геро Джел Фрикард, Мистер Ми, Детски. Там много чего открывает. Там вариантов больше. Ключики, пацану, мне можно еще пригодятся. Вдруг. Вдруг. Мало вероятно, но вдруг. Ха!
Это чё? Чего? Красная кирка, наверное, не хочу. Скорее всего, не хочу. Думаю, на меня если... А, это сюда. Правда, как я это фармлю? Тоже вопрос. Типа я юзаю... После босса я юзаю, да? Телепорт. Надеюсь, что он будет правильный. Так, тут чё? Спектралки. Смотри, была хуёвейшая идея. Это так всегда работает. С добрым утром, Кузя. С возвращением. В Ранс Голдхэдом, где у нас один айтем, это скапуляр. За 5 этажей. С Голдхэдом. У нас и Spotify тут этот ломался на время. Видимо, там что-то какие-то приколы были со Spotify. У всех лежал. Но сейчас вроде все хорошо. Вроде починился. Я видел, да, я взорву его. Я чемпион. Там типа только Small Rock может быть, наверное. Вроде максимальное. Ну да, я его взорву. Damage boost от Samsung's Lock. Короче, тринкет. Видишь, у меня есть. Тон дает дэмэдж ап за убитых врагов. С каким-то там шансом мемным. Тоже карта теперь. Тут не было. А, я еще сюда не попаду. Фак, это плохо. Тогда будет сложнее на это сделать. Тогда будет нам маленько сложнее. Так, карту выкидываем. Ага. Это я могу фармить, ага. В легкую. Найс. А! Выкинь эту хуйню. Дает карта, какая опасная карта сразу. Что за карты такие страшные? Такие карты не надо. Чё-то я охуел сейчас. Suicide King, блять. Не надо. Ужас. А, я тут не был. Все, нашел, окей. Не, я думаю, я попаду через телепорт, там же батарейка была. Я не хочу хп сливать, у меня хп все красное, типа, сливать сколько хп? 10 хп сливать? 11? Не, 10, наверное. А, 9 хп сливать. Это не вариант. Это не вариант. Увы. Не с таким количеством хп красного я этим буду маяться, конечно. Слишком это больно. Не, там все нормально, я вроде все... Вроде всю хуйню прошел. Там осталось только челлендж рума и все. И эра рум останется. И там батарейка была, так что. Вроде все четенько. Я, конечно, могу пофармить бабки, разве что в этом автомате. Ну, опять же, надо ли мне это? Не хочу к ним заниматься уже, честно говоря. Просто не хочу. Долго все это. Ужасно мерзкий долгий ран. Я устал, я мухожук. А телепорт обратно в руках, волк. Алло. Я нажму телепорт, и меня отправит обратно в эту хуйню. На этаж обратно отправит. Есть старт-карты, если что еще. Если уж совсем плохо будет, у меня еще старт-карты есть, но типа там все нормально будет.
Короче, я в порядке. По идее. А! Запутался. Опять ангелы, сука. No prism, no. I got scapular and I got Bible. In 5 fucking floors, that's all I got. From Goldhead Basement 1. This game being cringe. Cringe AF. Где-то мой батарейк. I got scammed big time. Полароид взят. Все хорошо. Это его лицо близко. Господи, просто весь ранг как на подбор. Нихуя, ни сделок, ни эрорум, нихуя нет нормального. Все пустое. Ранг, конечно, не говно. Ну типа... Как говорится это, ожидание реальность. Очень сильно контрастирует. Что видишь, Goldhead, нихера себе. Первый этаж. Это же будет мега ран. А в итоге. А в итоге что. Что это? Что это, блядь, такое? Нихера себе, не Lost. Я буду фармить, я буду фулклирить с картвом ради эрорумы. Наверное, буду. Потому что у меня так и не будет, нихуя, наверное. Такими темпами. Сюда можно взять, по идее. Знаете что, не хочу это фармить. Я сду. Матриархат, наверное, будет. Да, матриархат-то, по идее, проблем особо не доставит. Я думаю. Эту руму обожаю. Просто обожаю. Нихуя не вижу в этой темноте. Благо, Goldhead. Сделку не потеряю, просто нихуя не будет опять. Но я ее никак не потеряю. В этом плюс. Потом хп дохуя, ну такой ран. Ну по итогу заебись, что хп много, потому что у меня вообще нихуя бы не было сейчас хп. Да хоть красное есть, его легко восполнять. И Goldhead, типа я все равно сделки не теряю. Что пофиг, наверное. Такой ран мемный. Не было ни одной сделки с дьяволом. Не дали ничего слить. Выдавали много красного. Я там диплил даже мясо, потому что хули делать. Диплопе пошла на мясо. С босса. Да настолько мемный ран. Потому что все-таки это демо-шапку никакой. У меня еще DPS не было. Благо дали лунг. Хоть на том спасибо. Лунг тащит весь ран теперь. Без лунга это было бы очень плохо. Что-то мне подсказывает. Это было бы сильно нехорошо. Кашки осторожно. Хер это взрываю. Че только что найти Steam Cell. Не, по сути, красный хп тут заебись. У меня есть чем хилиться постоянно. И лилчат постоянно до хп красный, тоже правда. Так что... В данном случае вообще проблем нет с этим хп красным. Оно по итогу мне только в плюс пошло. Типа, обычно это плохо, эти хп до хера красного в конце рана. Типа, тут о полароиде думать не приходится.
evil. They got the needle twitch, beams are polluted, they zooted, dozing off of that fix. Matilda nephew LaBelle, he turned states on his kingpin kid a couple of months back. She ain't seen him since, I guess he caught a bad deal. He grew up to follow the code, but once that code is broken, that's the end. Good riddance, them killers, they came and pinched him and stopped his cash flow. No, if it was, he got a goal, he got what he deserved. If it was me, I would have clipped his whole family, understand. Ну что, ждем первую хорошую сделку за весь раунд. Это будет она. Это Кар. No. Должна быть она. Время пришло. It's time. Для хорошей супер секретки. Ну, найс фуклер. Не матриар. Чудо. Это ли не чудо? Даже в таком ране не матриар, там он бядин. Невероятно. Опять ангел. Опять такая же, такой же лейаут Дэра Рума. Окей. Опять Сеня. Это опасно. Чечевицу любишь? Не помню, когда последний раз я даже ее ел. Думаю, не фанат, потому что я, видимо, не ем часто. Люку, бруснику люблю. Ветра не танкла. Ветра? Ты про который Breath of Life? Дыхание жизни? Все-таки надо дыхание, а не ветер, наверное. Я хер узнать, как правильно переводить эти русские названия. Фу-фу-фу. Не люблю эти русские переводы айтемов. Непривычно звучит. А! Правда, лол. А тут-то я не юзаю, да? А тут-то я не юзаю хуйню. Это же может быть телепорт не в туда, да? Телепорт не туда. Художественный фильм. Это грустная хуйня. Видимо, да. То есть сейчас сделка последняя, и там, по сути, все остается еще одна эра румы, типа. И больше я нихера не накопился. Это ран, которым не дали ни с голдхеда, ни с телепорта 0, нихуя за пиздец весь ран. Как такое может быть? В смысле, чем ты у меня сидишь? И что? И чего мне это дало? Чего? Ты троллишь? И что, что я не зачистил? Карта? У меня нет карты телепорта. Я ее всрал. А, ты про эту карту понял? Все. Разгадал вашу претензию. Будь здоров, я не чихал. Ну, спасибо. Но быть здоровым — это хорошо. Всем советую. А нахуй ты нажал в World Card? Куда я затроллю? Батарейка, кстати, батарейка есть. Но, опять же, мне надо телепорт находить, чтобы можно было видать. Телепорт в шоу меня пока явно не устраивает. Не, Женя, спасибо, но он уже прошел месяца полтора тому назад. Ну, спасибо. Скоро? Чё, блять? Это волк отстанет меня. Волк, don't be cringe. Mm-hmm.
Ха-ха-ха, давай сюда. Просто привычка, когда люди чихают, кашляют, рыгают, и после не подтвердствуют, говорю, чтобы были здоровы. Окей. Тогда спасибо. Нет, DLC выйдет 55 декабря, я слышал. Мне Мухмель писал в личку. Может быть, 57 декабря выйдет. Там как пойдет, короче. Как получится. По возможности. Может быть, даже 54-го. Первой половины дня. Yes! All 12. Nice. What a fucking godsit. I fucking hate this game. Я играю в Afterbirth Plus. Зачем бы я играл в Afterbirth, Петров Дмитрий? Зачем заниматься такой ерундой в этом годе? Конечно, не играл до этого. Разве что, а так. Знаете, бессмысленно играть в Afterbirth сейчас уже. Я только в Afterbirth Plus играю. В самую актуальную версию игры. Со всеми бустер-паками. Да, взорвал я автомат. О, господи, опять лост. Охуительно, сейчас опять будем ебаться с этим лостом. Да, телепорта 2.0. Или уже не будем? Может быть, не будем. Блин, дали бы имперу? Мне даже имперу не дали с этого стартер-дека. Просто твари. Так, мне не нужны хп синие, мне можно его не убивать последним. Наоборот, уже хп красное, потому что у меня 12 контейнеров, лол. Чего? Какой автомат? Да, у вас пинг пиздец огромный. Я не могу с таким пингом совладать, к сожалению. Это было так давно. Куда я уже туда ушел? У меня, кстати, будет еще одна сделка, да, это правда. Здесь, вероятно. Всем у нас 100 рублей, Фасай. The body. Пауза. Че, берем халсап? Наверное, берем. Эпичная песня. Нет, я не знаю, это надо офсайт спрашивать. Откуда с ее музыкальное произведение? Написано Забоди вроде. Так что, наверное, вряд ли. Да, это группа такая, видимо. Я заблудился. Я заблудился! Мама, где я? Направо не ходил вроде. Окей. Кстати, название тоже хорошее, да. Подходящее. Господи. Я уже с ума схожу от этого рана. Опять час плюс ран, господи. Вчера был час ран, сегодня час плюс ран. За что?
Норм пошло. Член по звуку, такой был синхрон по звуку этих челиков. Еее, полароид прокнул, пацаны. Пол хп. Ура. Мы на полароиде. А! Хп. Тут может. Ок. Тут. Пожалуйста. Пожалуйста, не хочу. А, вниз есть. Это что, наверное. А, что нашел? Да куда ты? Жопу. Да в смысле не. Чего, блядь? А! А. Я понял. Нет! What? Куда это? Тут? Тут взрывал. А тут может быть? Да не может быть. Блять, игра троллит. Игра тупо троллит. А тут не было. А, пора, подожди. О, карта. Карта не та. Это чё? Да я тут был или что происходит? Я тут не был. Я тут не был, окей. Тогда появились новые варианты. Тут или тут. Нашел! Господи, ура! Прям так и манит. Я могу это фармить, кстати, но... Чтоб мне опять дали ангельскую сделку, спасибо, нет. Секрет когда? Я там, кстати, был. Да, вроде я все прошел, да? Вроде я все прошел. О, я все прошел. Полетели. Блин, песня прям в духу. Отличный саундтрек в этот ран. Блин, а так я его ощущаю с этажа 4-5. Но говорю, без лунга это было бы очень больно без лунга. Лунг, конечно, спасает прям сильно сейчас ситуацию. Найс. А я тут не был. То есть я не везде был. Ага. Ага. Вот как значит, да? Угу. Это печальное известие. И причем... Так, ладно, хп-то я восстановил, это хорошо. Такер такое делали? Ну... На каком-то бисайде, видимо, вышло. Что-то очень странное. Кончилось. Это очень поздний закер, да. Сильно-сильно поздний. Это в этом году, может, выйдет закер. Или через годик. Это на очень сильной бисайде, да. Может быть, даже на си-сайде. А то и на д-сайде. Были же батарейки, или я троллю? Или не было ни одной батарейки на всем этаже? Это ж пиздец, больно. То есть я раньше останусь без сделки из этой тупой румы. Так что он троллит. Но вообще, с другой стороны, я могу сэкономить себе телепорт. Клево.
еще есть скапуляр, самое главное. Скапуляр. Мы в безопасности. Главное быть на пол хп. Ой, блядь, мемы. Полетели. Нихуя себе, нормальная сделка. Я даже... А что не сберу, подожди. Ладно, я не пусть, я беру. Пример не пусть. А были еще красных хп или не было? Или это все? Ой, да похуй. Летели. Я на этом. Все, я, блядь, устал. Поехали. Просто издевать с Анером. Тут тоже нихера не дали интересного. Телепорт явно говно первый. Угу. Хотя. Ну посмотрим, если что-то можно обратно ебануть. Типа что первая, что вторая очень близко от старта. Примерно, по-моему, на одинаковом отдалении. Так визуально. Не чувствую особой разницы. Его ебашит. Тоже, помню, не сильно эффективно, конечно. Карта. Ну что, Джокер. Эх, не Джокер. Совсем не Джокера. Ну, конечно, я ж не буду фармить сейчас еще чест. Ну, камон. Камон. Я уже нафармился вдоль. У меня рано уже 6:01. Я уже пофармил. И когда-то с кунком погорячилось, лишний айтем тут. Угу. Смешно, смешно. Господи. Ой. Понятно. Понятненько. А, есть. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Вот так вот. Ужасно. Худший год хэт телепорт ран в моей истории. Просто худший. Ну-ка.